Всем привет, с вами Филипп, и мы продолжаем играть в Dark про вампиров. Да, чувачек, мы продолжаем. Давайте обучаться у этого чувака. Эй, все в порядке? Да, все в порядке. Обучение, конечно. Я уже сказал, ты можешь меня кое-чему. Да, научить. Это уже говорил в прошлой серии. Ну, не надо. Чтобы научить, но у меня есть одна идея, как ты можешь развить свои новые рефлексы. Перед клубом околачивается несколько кидал. Ты мог бы разобраться с ними. Ну, начать мне обучение. Подойдет. Ну давай, приятель, удачи. Давай. Знаете ли вы, что в игре из врагов есть не только люди? Твою мать! Не только люди. Я оказался в пустом переулке. Том отправил меня сюда потренироваться. Что-то было не так. Я поплелся по единственному пути, который был передо мной. Если вы выводите в поле зрения вашего врага, вампирские умения не дадут ему обнаружить вас сразу же. Вместо этого на экране появится индикатор заметности, который будет постепенно становиться красным. Когда индикатор покраснеет полностью, противник заметит вас и нападет. У него пуколка. Эй, приятель, хреново выглядишь. Не рыпайся, сосунок, мелочь есть. Точно, чувак. Гони кошелек, а то сами заберем. Я почувствовал, как меня охватывает гнев, желание причинить боль и жажда крови. Пить кровь. Прекрати, сволочь! Так, я зажал, чтобы выпить кровь. Я не мог объяснить, что произошло. Неужели я только что убил кого-то и выпил его кровь? Это офигенно, чувак, че-то бесишься. Ух ты. Можно тащить чувака, это еще крутая вещь. Так, что у нас тут? Ну, тут, я понимаю, ничего брать нельзя, это уж понятно. Это тебе не игра с такими вещами, где можно брать, что попало. Говорю тебе, этот ублюдок уделал Майки, просто прокусил ему горло. Лады, успокойся. С нами не пропадешь. Ладно, успокойся. Перестрелим сучонка. Нига. Ладно, успокойся. Ладно, мы сейчас точно убьем. Между... А, ходьбой и бегом, вот shift. Тить. Нацелитесь на укрытие и нажмите, чтобы спрятаться за ним. Пока вы удержите, вы остаетесь в укрытии. Ок. Опа. Так. Так, быстро. Вау, я что, переместился? Ух ты ж, блин. Так. Зажать, убить. Чтобы убить врага, нажмите. Game over. Так, лучше его тащить отсюда. Просто как-то это подозрительно выглядит. Так, давайте сюда, нига. Это ж ты сказал, да? Лады. Вы не попали, прицельтесь в один район, нажав и удержите пробел. Затем... Чего? А, вот так вот, прыжок тени. Прыжок тени очень полезен в тех случаях, когда вы хотите незаметно переместиться, ну понятно. Там что, она заметил, да? Хер тени. Ой, ёлки, глючит меня уже. А, это ты сказал. За каждое убийство врага вы получаете очки. Это ж ты сказал, да? Я выпью твою кровь. Она очень вкусная. Да ладно, все, хватит. Убить. Ух ты же, это что было? Вау, классно. Нравится мне эта игрушка. Третий был. Алло, а где третий? Не надо его? Вот он. Вы ранен, нажмите... А чё это я переместился? Вы ранен, нажмите, чтобы открыть окно умения. Так. Выберите умение, в основном нажмите левую кнопку. Чтобы залучить ран, нажмите Q.
Все, мы залечим раны сейчас. Сдох ты. На, я его все-таки убил. Еще один Ника пришел. Обнаружив труп, товарищ противник сразу же становится агрессивным и начинает искать вас. Чтобы притащить труп, нажмите. Так, тащить труп. Так, ну иди сюда. Иди к папочке. Так. Так, выполнил прыжок тени, можно мгновенно переместиться на выступ, нацелиться на выступ и отпустить пробел. Так, а куда этот Вася ушел? Вымерли ваши чувства гораздо острее, чем у вас. Нажмите, удерживайте левый Ctrl, чтобы... И это надолго можно делать у Крута, я вижу. А, это замедление. Тихо присядь. Тихо. Какая тревога? Тихо, браток. Никакой тревоги нет. Он что, сюда, сука, идет? Твою мать, там еще. Так. Раз, два, раз, два. Ну давайте, кто-нибудь, кто. Куда-нибудь идите. Так. Оба стоят, смотрят друг друга. Плохо, плохо, давай. Ну куда-нибудь идите. Прячемся. Тихо. Так. Минус один. Так, тихо. Главное, чтобы он не пошел. На! Так, вообще улет. Все. Что у нас? Задание выполнено. О! Все это обучение такое быстрое, нихера себе. В игре можно телепортироваться на карнизы, а затем повисать на них. Пока вы находишь укрыть враги по другой стороне, но никогда что-то там такое-то. Вы набрали достаточно опыта, чтобы получить очки умений на открыть этап. Так, нижние это вампирские врожденные умения пассивные. Так, мы можем выбрать вот это. Снижает шум, возникающий при убийстве врага. Повышает дальность прыжка тени. Умение ауспекс показывает также нежить враждебные. Снижает время, требуемое для питья крови на 4 секунды. Так. Давайте пока первое, снижает шум, делает убийство врага полностью бесшумным. Ок. Ну все, у нас все кончилось. Так, куда нам? Наверх. Так, вот сюда нам надо. С возвращением, Эрик. Чё, готов, не готов? Сначала мне нужно кое-что сделать здесь. Возвращайся, когда будешь готов. А, это уж следующая миссия, ок. Так. Надо пока к Тому сходить и поговорить с ним. Чё, сидим, бухаем, да? Танцуем, развлекаемся. Бывает. Привет, Том. Эй, все в порядке?
одно и то же, ты, ты гонишь. Ты опять это уже. Мы с тобой это уже разговаривали. Ну блин, все равно показывают на него. Эй, все в порядке? Ну, убежище. Можешь рассказать мне об убежище? Конечно, братан, убежище это ночной клуб, как ты, наверное, заметил. Но главная его цель – база и укрытие для молодых вампиров. Не знаю, что Роза рассказывала тебе, но большинство вампиров – одиночки. Именно поэтому молодые и неопытные обычно не выживают. Клуб дает укрытие и позволяет помогать друг другу. Так что тебе повезло оказаться именно у нас, братишка. Да, и тебе, наверное, стоит поговорить с Дженнифер. Она еще человек, но много копалась в вампирах. Ну, ты меня понял. Увидимся. Ладно, прощай. Давай, пока. Так, нам показывают вот на вот эту вот девушку, Дженнифер, да? Эй, приятель, неплохо выглядишь. Чем могу помочь? Давай найдем местечко потише. Конечно, милый. Это было весело. Не забывай меня, малыш. Это че это мы сделали? Превратили ее, что ли? Чисти. Ну все, пойдем к этой, Роз. И там что-то готов, там написано. Может, это походу в музей? Давай. С возвращением, Эрик. И тебе не хватит. Я готов. Отлично. Удачи. Как оцениваешь свои силы? Легкий. Это будет легкая прогулка. Что бы ты ни решил, возьми рацию, чтобы поддерживать связь. Конечно, легкий, я возьму уровень. Я неплохо разбираюсь в компьютерах. Может, помогу с чем-нибудь? Удачи, Эрик. Отправляясь в музей, я раздумывал над словами Розы. Вампир. Сама мысль была невероятной, абсурдной. Но доказательства были очевидны и неопровержимы. Я надеялся, что кто-нибудь подойдет и скажет мне, что все это шутка, но никто не подходил. Пока приходилось с этим смириться и сосредоточиться на цели. Музей Хардинга возвышался предо мной, как монолит, способный вынести надвигающуюся бурю. Как мне казалось. Знаете ли вы, что в игре, может, она уже болтала об этом. Dark Age. Похоже, не один я собирался в музей сегодня ночью. Кто-то еще прибыл сюда до меня. Кто-то, у кого руки чешутся пострелять. Роза, ты меня слышишь? Да. Что случилось? Ты уже нашел Блуминга? Пока нет. Тут вокруг полно людей, и они явно не ради ночной экскурсии. Туристы не ходят с автоматами. Твою мать, сколько... Будь осторожен, Эрик. Лучше всего войти в здание через пристройку. Она соединена с фойе на верхнем этаже. Хорошо, до связи. Иногда враги бывают чем-то отличены. Тогда они почти не обращают внимания на то, что происходит вокруг. В это время можно убить врага, это понятно. Так, тихо, братан. Так, давай, иди сюда. Потащим его вот сюда. Чтобы так, прям беспалевно. Так, все. Зажмем Ctrl. Так, все находятся в... А, не все находятся в доме. Нам повезло. Всего-то один участок. А что такое? E-mail. Ну, не нужен мне e-mail. Если не появится полиция, то это проще просто. Так. Обращаем внимание на вещи, лежащие на земле. Задев их, можно поднять шум. Некоторые враги совсем не двигаются, а только стоят и смотрят в одно направление. Убивай их или перемещайся на следующую позицию. Если вы будете пить кровь этого врага, вас
Может, ты слышишь другой? Так, подкатим его сюда. Потому что этот чувак очень зыркает хорошо. Так, мне надо, чтобы он сейчас отвернулся. Некоторые перемещаются лишь немного, чтобы сменить сектор. Но это понятно. Я вижу, что он сменяет сектор. Давай, отворачивайся. Твою мать, там кто-то смотрит. Давай, давай, двигай, двигай жопой. Так, у нас новое умение. Бла-бла-бла, перемещательность прыжка. Давайте его. Так-то. Тихо. Да, он глядит за этой местностью. Только как я тебе туда... попаду? Вход в музей был перекрыт. Этим путем внутрь было не попасть. Понятно. Придется идти по туннелю через пристройку, как говорила Роза. Пока все чисто. Никаких следов проникновения. Наверное, враги действуют синхронно. Друг с другом следит за ними и старается запомнить их маршруты. Фу, слава богу, не сюда идет. Так, нам еще показывают, куда идти. Как я тебя убью его? Твою налево, иди в жопу. У меня такое чувство, как будто вот этот чувак сверху нифига ничего не слышит, не видит. У меня такая мысль пришла, что он глухонемой. Так, иди сюда. Да не сворачивай себе там ногу. Лучше идти сюда. Твою налево. Я прям пересракался. Давай, чувак, иди. Ну иди налево, как ты всегда идешь у нас. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Лучше тихо, чувак. Так, нам надо наверх, но я все-таки попытаюсь вот это убить. То, что он плюбасу может вернуться и заметить тело. Так, ну тут ничего не надо брать. Так что нам... А, нет, тут есть такие за e-mail. Вижу вампира! Прикрой, я его достану. У тебя нет шанса. У меня есть шанс. Да. О, чувак, да ты мастер. Я его нашел. Да ты тоже мастер. Найден труп. Так, ну я больше никого не вижу. Можно идти? Нет, там кто-то есть. Все-таки за какой-то стенкой, за которой хер пройдешь, да? Роза, здесь нет прохода. Извини, нужно было сначала проверить. Сперва тебе придется дать мне доступ к системе безопасности музея. Тогда я смогу тебя впустить. Иди к башне. Оттуда я смогу взломать систему. Уже иду. Да, уже бегу. Так, нам вот сюда. Так, куда нам? Куда нам? Хер поймешь, куда нам? Щебель, мещебель. Куда идти? Вижу стрелку сюда. Вижу стрелку сюда.
Знаешь, нам сюда. Ну, давай. Наверное, это и есть книги, нужные Тому. Так, это книги, но мне надо как-то попасть туда. Так, показывай путь, куда нам идти. Сюда. А, во. RF Radio. Сэр, я перекрыл все аварийные выходы и открыл дверь для вас. Вижу четырех. Пятерых охранников. Такие голоса. Они как сонные мухи, у вас не должно быть проблем. Пока не вижу объект, сообщу, как только появится. Уже нету никого. Роза, я на месте. Здесь был один из посетителей, но я с ним разобрался. Хорошо. Подсоедини к компьютеру передатчик, что я тебе дала. Тогда я смогу войти в систему. И эта игра радует, готово. Потому что она вся полностью на русском. Отлично. Секунду. Доступ открыт. Но здесь происходит что-то странное. Они использовали систему, чтобы перекрыть все выходы. Судя по вооружению и готовности стрелять по охране, тут происходит что-то интересное. Я с тобой свяжусь. Так, идем вниз. Это очень радует игра, так что я не буду играть в нее по 20 минут, как все игры. Я могу в нее поиграть и в часик. Очень радует класс графика. Игра, вот это все убийство, как по стеклам ходишь, звук издается, и все слышат это. Как это может не радовать класс? Ну, я все-таки еще жду Assassin's 4, Battlefield 4, Call of Duty 6. Там снайпер, ой, как там, не помню, как называется, еще что мы ждем там. Ну, все игрушки, Watch Dogs. Можешь открыть дверь? Конечно, минуточку. Система безопасности такая старая, что это уже само по себе служит защитой. Но я ее обойду, нужно только кое-что подправить. Так, я тут видел где-то еще один был. У меня почти получилось. Вот так. Сезам, откройся. Так, молодец. Блин, еще до хера. Так, этот чувак разглядывает, так что его можно уничтожить. На тебе. Так, следующий где? Тихо, тихо. Так, это странно, но зачем я пошел сюда? Вышлите подкрепление, здесь кровосос! Так. Твою же мать! Ах ты ж... Да все, я уже понял как. Я просто не в то место пошел, и лучше не надо телепортироваться было. Шанс дает. Будет шанс, что тебя услышат. Следующий тут. Какого хрена уже не тут? Так, я не пойму, почему тут уже его нету. Тварь быстро убежала, значит. А, один сюда идет. Твою мать. Твою мать. Штаб, нужна подмога, видим. Раненый, раненый! Вот где этот чувак, Сэм. Держать, он здесь, вампира! Это он, его свернулся, прикрой! Ты тут прячь, враг! Кто сними? Давай! Ну все, меня сейчас убьют, это точно.
Так. Теперь понятно, где эта тварь стоит. Она была не в этом месте, а снизу. Ок, будем разбираться тщательно. Сдохнет эта тварь. Этот сейчас куда-то слиняет. Блин, это ж так сложно. Тут даже пушку взять нельзя. Так, лучше не надо идти сюда. Надо сейчас посмотреть, он сюда сворачивает. Давай, если ты идешь в обратно, то лучше в обратно, да, иди. Так, молодец. Слушаешь папу. Тихо. Так, перетащим его, нет, не сюда. Вот сюда, вот за эту черненькую. Чтобы его не так прям видно было. Так, эта тварь вернулась. И встает на свое место. Плюс внизу еще двое. Так. Так, где это двое? Вот тут. Они никуда не ходят. Фака-е! Эта игра как логика, блин. Думай, куда сейчас должен этот чипзик пойти. Думай, когда тебе его убить. Вот когда его надо убить. Он все-таки ушел. Сейчас мы его перетащим туда. Это его любимое место. Где он стоит. Давай быстрей. Этот нигер может уже идти. Давай, 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 давай. Так, ну столько хватит. Так, лучше нет. Перетащить его вот сюда. Сейчас он обратно пойдет. Будем ждать. Давай, я знаю. Ну, я долго ждать буду. Блин, ну хватит рассматривать свой пистолет. Внимание, здесь противник, нужна пара. Нам срочно! Тихо, твою мать. Да тут еще трое. Так, меня этот палит, блин, только как мне туда пройти? Твою же. Если я даже с той стороны пойду, он все равно меня спалит. А если переместиться, то это очень громко. Если я даже перемещусь туда, ну, то очень трудно. Так, 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 так. Вот сюда переместимся. Блин, вот жалко, они не разворачиваются, ничего не делают. Так, и у нас только восстановление, клавиши 7. Так, 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 так. Да, он не хочет уходить, как баба. У меня идея пройти по низу. Твою, тихо, тихо, тихо.
Ты не видел, батька, не видел. Ух ты, как ты ему врезал. Так, скоро у нас новый уровень. Есть новости? Никак нет, сэр. Пока нет докладов от групп 2 и 4. Группа 2 пока идет вперед, но наткнулась на сопротивление. Думаю, они могут сами о себе позаботиться. Будем надеяться. Мы сильно ограничены по времени. Рассчитывать на двери не приходится. Как там оцепление периметра? Хорошо, сэр. Я говорил с Альфой 2 5 минут назад. Он занял позицию и будет сообщать обстановку. Отлично. Продолжаем. Есть, сэр. Молодец, уходи. Алло, лошара. Только что убили твоего, а ты там стоишь. Так. У меня показывает также нежить и вражеские оружия. Ну, это пока нам нельзя, это понятно. Мы еще не вампирские умения. Да. Настолько это. Делать убийство врага полностью бесшумным. Снижать время восстановления прыжка тени. Для питья крови. Ну, я буду вот так вот. Пока что. Стой, у меня показывает также камеры. Так, ок. На, вот сюда идти надо. Это чё, присел? Вот, нам показывают оружие. Роза, я наткнулся на грабителей. Они ищут что-то или кого-то. Тогда пока все чисто. Никаких следов проникновения. Думаю, наши парни в вестибюле тоже никого не пропустят. Тебя никто не спрашивал. Все-таки пропустили, так. Ну вообще. Комната, в которую я вошел, хорошо охранялась. Пожалуй, даже слишком хорошо. Юст, это состязание. Эй, хватит. Между двумя всадниками. Мы сюда не на выставку пришли, ясно? Прошу прощения, капитан. Некоторые витрины включаются от срабатывания датчиков движения у тебя стороны, так что можно привлечь врагов. Твою же мать. Ладно, мы пока тут закончим, тут как раз сохранение прошло. Всем пока. С вами был Филипп, и мы играли в Dark. Вообще очень прикольная игрушка. Я даже не устал в нее играть. Да, тут очень логически надо обдумывать, куда идти, как убить, чтобы другого не заметили. Да, это очень было сложно. Ладно, всем пока, с вами был Филипп. До свидания.